хорошо их вывозить. Но в Литве мы не могли их вывозить, поскольку из Голландии. Да. Надо, чтобы рентабельность у предприятия была, это принципиально важно. Но для покупателя надо, чтобы цена была приемлемая. Да, вот да, это да. Вот часть самая главная. И учитывая все-таки, надо отметить, в чистом поле взяли территорию. И территория не самая лучшая, мне кажется. Я смотрю, там выравнивающее слой еще делаете. Да. И все, что с этим связано. А как источник воды? Скважина. Скважина, да? Вот в чистом поле взяли на себя такую миссию, смелость, разбили, вот 2 гектара теплицы ввели. Видим совершенно новый подход, новые теплицы. Мы в Балакове видели один конструктив, одну технологию, здесь другая. Но сам факт, уже первый урожай. И перспектива. Перед собой ставят задачу. В Саратовском районе вообще у нас хорошо занимается тепличным хозяйством. Ну и посмотреть универсально, совершенно правильно, не только должны быть огурец, помидора, то есть томат, ну и цветы, это вообще будет для нас новый такой шаг. В небольших количествах где-то мы производим все это, летний особенно цветок, я знаю, занимается весна и Волга, а вот чтобы круглый год это было, это будет уже новый совершенно подход, и необходимость в этом есть. Да. Я был, я просто сам забыли, да. Да. Каждый гектар, 1-2 гектара они прибавляют. Все, сегодня урожай видим. Все теплицы, все 8 работают. Поэтому это очередная победа. Именно овощи закрытого грунта на территории Саратовского района. И очень важно, что вот одно из предприятий Рехен, которое сегодня больше и больше поджимает наших лидеров. Да, вот весна у нас лидер, а вот уже Рехен поджимает ее. Поэтому я думаю, что еще у них вот перспективу, которую они определили, уже будет хорошая конкуренция, которая позволит и урожайность квадратного метра получать, и чтобы разрыв, о котором мы говорили у нас с октября по январь, его чтобы не было. Вот конкуренция заставит на рынке быть постоянно и с хорошим качеством. Замечательно. Поздравляем вас с благополучным завершением такого объема и уже с получением первого урожая. Спасибо. Вам спасибо.